стариков. Борьбой занимается 12 лет. Его соперник Ахмед Магомедов. Борьбой занимается 12 лет. Бронзовый призер чемпионата России 2013 года. Полуфинальных схватках определятся финалисты, то есть соискатели золотой медали турнира. Победитель выходит в главный финал, а побежденный будет бороться за бронзу. Чемпион Беларуси, победитель международного турнира Гран-при Александр Медведев. Сейчас идут полуфинальные встречи, после чего начнутся утешительные схватки. Утренняя программа ориентировочно закончится в 13.15, 13.30. Вечерняя программа, еще раз напоминаем, 18 часов. Торжественная церемония открытия турнира. После чего финалы за третье и первое места и награждение победителей призеров.